мы исследуем власть. Механизмы, как эти люди приходили к этой власти, почему они были правителями, как они управляли своим народом, зачем они возводили эти сооружения, какие технологии они использовали для того, чтобы прийти к власти. Вся система, она как бы делится как бы на определенные блоки, как люди как бы приходили к власти, что они для этого использовали, почему эти народы были вынуждены подчиняться или желали подчиняться этим людям. Скажите, пожалуйста, вам не страшно? Страшно прыгать с парашютом, знаете, да? Но люди прыгают. Страшно ездить на автомобиле, но люди ездят. Все страшно. Вопрос управляемости. Насколько вы этим управляете?